Привет, ребят, у нас на обзоре газон скотовоз. Возит две лошади, две коровы, 6 овец, 6 поросят. На базе газон 52, хотя тут стоит мотор 53 стоит. Салончик такой, как все. Неверно светится, полагается. Ничего не имею, но так газончик такой прикольный. Можно коровок загрузить. Давайте ради прикола сейчас. И у нас тут этот животный, где у нас тут мы здесь, а здесь у нас животные, это надо поискать. А вот перекупщик скотинки, вон у нас где у нас обитает, вот здесь. Поехали, сейчас проверим. Ребят, помчались мы. На этом газончике прокатнемся. Сейчас купим пару коровок, попробуем загрузить, как они будут смотреться. Спидометр работает, все нормально. Так. Включим карту, чтобы видеть это все, ребят. Так, ну ладно, ребят, я уже доеду, потом, ребят, уже. Увидимся у перегонщика. Продаж, который пойдет, ребят, у скота. Продаж животных, там, ребят, уже увидимся. Все, мы, ребят, здесь. Давайте возьмем свинок. 3, 4, 6. Переместить. Окей. Теперь смотрим. Где наши свинки? Утвердить. О, вот наши свинки. Еще мы одну не купили. О, все, вот 6 поросят, ребят. Вот они наши поросята. Вот класс. Прикольно. Ссылочку на мод, ребята, оставим в описании. Как по мне, прикольный газончик. У нас продается где? Грузовики. Вот газ. 52. 115 лошадей. Что-то мощный. 9500 литров. Не знаю, что за вес. Зачем? 70 км в час. Вот такой у нас грузовичок. Все, ребят. Ждите новых обзорчиков. Всем спасибо. Не пропускайте новые видосики, буду стримить пока не могу, аж до мая месяца, а там уже, может быть, все наладится, будет нормально. Всем еще раз спасибо за лайки и до встречи.